что позволяет мне оставаться собой. Конечно, те редкие моменты без камер и сценария. Я могу прогуляться в одиночестве, зайти в кафе и выпить какао. Мне не бывает скучно. Второе. Любовь. Без комментариев. Третье. Познавать мир и изучать иностранные языки. Могу спеть на японском, говорить на испанском и английском. Четвертое. Я люблю петь. Пою везде. В самолете, в аэропорту, на съемках, на сцене. Пятое. Азарт. Обожаю смелые идеи, которые приводят к большим приключениям. Шестое. Полезная еда, медитация и йога приводят в порядок не только тело, но и мысли. И седьмое. Танцы. Мне кажется, что моя жизнь не существует без музыки и движения.